Гастрит собрал 550 участников. Это руководители российских и зарубежных компаний, поставляющие оборудование для общепитов, владельцы баров, кафе, ресторанов и шеф-повара. Цель мероприятия – создать коммуникативное пространство для специалистов этой отрасли для обмена опытом и повышения квалификации. Вопреки названию, на своих четырех площадках шоу предоставляет возможность участникам узнать о способах приготовления вкусных и качественных блюд из рыбы, мяса и других продуктов. Интересная деловая программа, в которой предусмотрены мастер-классы, обучающие семинары по улучшению кадровой обстановки предприятий, развитию бизнеса и привлечению клиентов. Лучшие консультанты, лучшие специалисты на абсолютно разные темы: маркетинг, управление персоналом, да, организация финансов, все, что нужно знать там, да, именно для организации качественной, правильной работы ресторана. Есть площадка «Шеф-стрит», там шеф-повара, там готовят еду, и там мы привезли очень интересных, ярких представителей поварской профессии, которые будут показывать, как работать с новым оборудованием, как готовить новые продукты. Ну, то есть все, что происходит в индустрии нового, там будут рассказывать и показывать в деле. Шоу будет проходить на курорте в течение 2 дней. Организаторы мероприятия надеются, что «Гастрит» соберет рестораторов вновь и в следующем году. Интерес к проекту большой, и, возможно, проводить его будут и в других регионах.